И напоследок о погоде. В Екатеринбург наконец пришла весна. Источник – достоверный местный зоопарк, где проснулись медведи. Первыми из спячки вышли мишки Карат и Гай. Как и у людей, у косолапых утро добрым не бывает. Подходить к сонным хищникам не рискуют даже сотрудники. Кто пойдет финку Карату чесать? Кто хочет? Кто наказан? Нет, это поощрение. Нынче медведи не ранние пташки. Они проснулись позже обычного. Из-за погоды они полмарта нежились в берлоге. Сейчас у косолапых по расписанию утренняя зарядка. Они катаются по снегу и чешутся о деревья. Чтобы у голодавших за зиму хищников не было проблем с пищеварением, на первое время им пришлось стать вегетарианцами. Вместо жирного мяса им дают яблоки, огурцы и хлеб. Еще одному сородичу, медведю Чернышу, еду доставляют прямо на дом. Он проснулся, но не торопится вылезать из норы. Увидеть косолапых посетители смогут утром. Вечером те уходят обратно в берлогу досыпать.